Я Молния, просыпайся. А это вы, друзья. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Максим Адренко. И мы продолжаем проходить игру Cars Race Arama. Серия номер 2. Итак, давайте же я напомню, что же мы проходили в нашей первой серии. Ну, в прошлой серии. Мы как раз на вот этом стадионе спортивном, ну, да, проходили и прошли все уровни. Кто смотрел, конечно же, первую серию, мы прошли здесь все уровни. И я как просмотрел в меню, мы как раз прошли на 14%. Ну, это меня тоже радует. Я так думаю, где-то, если так просчитать, может будет где-то серии 7, ну, может быть, 8. Ну, посмотрим. Ладно. Так как я говорил в конце первой серии, что мы отправляемся в Радиатор Спрингс. Ну, так же, поехали. Мак нас отвезет в Радиатор Спрингс. Так, и вот мы находимся в Радиаторе Спрингсе. Так, что же мы будем тут проходить? Для начала давайте заглянем к Рамону. Пусть он нас покрасит, может. Посмотрим, какие у нас есть покраски в нашей коллекции. Покраски, ну, не такие самые хорошие. Давайте оставим, как и было. Так, тут что-то мы поменяем. Вот здесь сделаем на капоте классный бугорок такой. Так, а здесь давайте так. Бампер. Бампер. Давайте вот такой. Спойлер. Давайте, пусть вот так вот. Все сохраняем. Что же мы тут поучаствуем? Давайте, если я не ошибаюсь, давайте вот именно вот этот уровень выполним. Это, по-моему, собирать шины. Луиджи, да. Луиджи's Tire Find 1. И как раз тут музычка такая веселенькая. Так, собирать шины. Но здесь, конечно, сложнее. Здесь нам не будут показывать, где находятся шины. И будем их как-то искать, пытаться. Потому что это не легкий уровень. Ну что ж, поехали. Я попробую выполнить. Так. Ой-ой-ой. Где тут? Ага, шина, давай. Так, пока что мы находим шины. Где я тут видел? Ага, вот. Да. 6 шин. Мало времени, конечно, дают, чтобы насобирать шины. Так, всего надо шин 15 насобирать. Мы насобирали уже 10. Это хорошо. Так, знаю, всегда сырника ставят шины. Так, 11 шин. Угу. Ой-ой-ой. Мы не успеем. Не успели. Ладно, давайте еще раз попробуем. Все-таки попробую насобирать.
Надо быстро собирать, потому что время. I must find the more tires. Так, 10 шин. А вот еще. Так, 13 шин надо. Так, ну где ж ты? Где ж они? Ну ладно. Не справились, так не справились. Ничего страшного. В следующей, может, серии или когда-нибудь я все-таки дособираю эти шины. У нас времени достаточно. Так, автокросс второй. Автокросс первый, по-моему, мы уже выполнили, да. Мы выполнили этот автокросс. Так, не забываем врезать. Надо тут объезжать вот эти. Видите, я врезался и отняли время. Но это не самое главное. Нам главное пройти. Сорок секунд. Отлично. Золото. Gold event complete. Мы золото получили. Так, куда ж мы поедем на этот раз? А на этот раз мы поедем, вижу, тут стрелочка показывает на нашей карте. Где-то тут есть еще задание. Есть новые покрасочки. Отлично. Ой, куда ты уезжаешь, приятель? Так, фотооп второй. Фотоап. Это там прыгать через кольца. Так, тут нам даются 45 секунд, потому что это... тут ничего сложного, во-первых, потому что не надо так далеко ехать. Но все близко находится. Все. И фотографируем. Мы справились с этим заданием. Так, фотографируем на этот раз. Сейчас камеру какую-то. С какого ракурса посмотрим? Давайте пусть так будет. Ладно уже. Есть. Мы и это выполнили. Новые покрасочки, спасибочки. Gold Event Scoplay. Спасибо за золото. Быстро я выполнил. Так, давайте же еще и задания какие-то поищем. Ой. Какая-то горочка. Что-то я про нее так забыл здесь. По-моему, ее не было. Или была. Ну ладно.
Лагерь сержанта. Мы находимся в лагере сержанта. Ладно, давайте отправимся... забыл, какой этот город называется. Ладно, сейчас проедемся. Вижу, там горит звездочка. Значит, нам это обязательно проходить. Следуем за этой звездочкой. Так, пока погоняем по радиатору Спринксу. Ой, как раз завертело. Классно. Так, а это кинотеатр. Мы находимся в кинотеатре. Ну что же, следуем за звездочкой. Мне нравится одно тоже в рейсерами, то что между радиатором Спринксом и вот этим еще каким-то городом, я подзабыл, то что когда вы переезжаете в другой город, нет загрузки. Вот это хорошо, потому что в обычных тачках игре, которая идет на компьютере, и тачках новый сезон, там всегда есть загрузка. Вот это мне не нравилось. А здесь ее нету. Так. Monster Truck 5 какой-то. Ну, давайте же попробуем здесь. Что здесь? Монстра гонки. Если я не ошибаюсь, да? Монстра гонки. Всего у нас тут 5 игроков, считай меня. Блин. Давай. Блин, выбросили. Так, тут нам всего придется преодолеть 3 круга. Кажется, тут даже круги не такие же большие. Пока что я еду третий. Не мешайся. Ну, давай. Почти, да, и все. Обогнал. Так, я лидер пока что. А там даже метра не видно. Где-то, наверное, там врезался в кактусы. Все. Последний круг. Да, конкретно отстали. Да, Маквин. Lightning
Strike. Не забываем делать занос. Это очень помогает при резких поворотах. Все, мы выполнили. И мы получили золото. Что ж, двигаемся дальше. Так, что тут у нас? Monster Truck Mayhem 1. Давайте же еще одну монстр-гонку пройдем. Только это уже на арене Кубка Ржавого Капота. Мы будем проходить эту гоночку. Монстр-гоночку, если поточнее. Прыжок. Ой-ой-ой, занесло. Не знаю, как вам, но мне Монстр Маквин даже очень нравится. Прикольный. Особенно у него такие шины суперовые, прям крутятся стрелочки вот эти, видите? Но мне кажется, что для монстра больше всего похож, наверное, Мэттер. Он больше всего похож на монстра. С такими шинами. Круг вроде такой небольшой. Выполнимо. Ой, вот тут меня на первом кругу заносило. Все, финиш. Новые покрасочки и остальное нам дали. Есть первое место, золото. Отлично. Monster Truck Mayhem 1 мы прошли на золото. Так, вижу, здесь звездочка горит. Угу, как раз вижу это задание. Подъезжаем. Smash Up, номер один. Smash Up, это, по-моему, мы будем на Кубке Ржавого Капота соревноваться. С какими-то, наверное, соперниками. Может быть, и Мэттер будет. Ну, посмотрим. Это должно быть видео, по-моему.
Может быть даже. Да, это видео. What in tarnation are you doing? Chasing my hook. Around here you gotta make your own fun. Let me reintroduce ourselves. Jog your memory like. I'm Bubba. And these here boys are Tater and Tater Jr. Proprietors of the world famous Poe Tater Towing Company. Say hello, boys. Hello, boys. Hello, boys. Ring a bell, Mater? Long time ago, we agreed to race in Rust Bucket Stadium for the towing rights to Radiator Springs. Дружелюбные такие тачки, хоть и ржавые. И ихний босс, по-моему, он сказал Боба или что? Как-то его, да, Боба зовут. Так, проходим смешап номер один. Так, этого Боба нет, и мы играем за Метро. Бобу нет, я вам объясню почему. Во-первых, потому что это первая гонка. Он здесь не может быть. Надо до него хотя бы, может, где-то гоночки 3-4 пройти. У ржавого капота. Вот тогда, наверное, его дадут. Хорошо, то, что мы за Метро тут играем. Можно хотя бы поправлять именно Метро. Так, звездочки нам надо собирать. Ладно. Ой-ой-ой, занесло. Не попал. Вот и финиш. Есть. Так, и это наша первая звездочка. И вторая звездочка. Хотя супер прыжок. New Kid Parts. Мы заработали. Так, и последний круг. Блин. Ну ты пожалеешь, что обогнал меня. Но я успею догнать. Этих пациков. Вот эти как раз пацики были даже в игре «Тачки. Новый сезон». Помню, как я с ними соревновался за кубок ржавого капота. Отлично. И мы прошли на золото. Так, первое золото мы получили в смешапе. Ну что ж, продолжаем. Так, что же нам тут еще пройти? Ну, можем пройти вот Гвидо карт гонка вторая. Первую мы уже прошли в нашей первой серии. И пройдем и вторую. Конечно же, мы проходим на стадионе Кубка Ржавого Капота. Где же еще нам тут проходить?
Блин, не успел ничего взять. Так, тут вроде уже будет сложнее, чем виду карт первой. Вонка первая. Многим, я думаю, что Гвидо, гонки от Гвидо не очень нравятся, во-первых, потому что сам Гвидо, он медленный, и не дают, конечно, ускорения. Ну, конечно, можно получить ускорение при вот этих значках, но все равно, он медленный. Не знаю, как по мне, но мне нравятся гонки от Гвидо. Осталось догнать только этого Луиджи. Ой, вот тут меня заносит. Не знаю почему. Может, глюк какой-то в игре. Но там оно как-то само заносит. Буду в следующий раз поосторожней. Ой-ой-ой-ой, притормозил что-то. Так, пока что я последний, уже передпоследний и шестой. Надо как-то догнать. Попытаться... Пятый. Так, это уже, по-моему, финиш сейчас будет финиш. Ой. Давай. Гвидо. Нет. Есть. Не занесло. Так, я пока что четвертый. Ну, хотя бы быть вторым или первым. Ну, в лучшем случае, первым. Ха. Даже ящик не помешал. Странно, даже Луиджи второй. Должен быть первым. Так, это этот чувачок пока что был первым из команды Шигикса. Шигикс. Так, и все же я первый. Ах ты ж, блин, обогнала. А нет. Как назло. Пятый я. Ну ладно. И так сойдет. Да-да. Ну ладно. Считайте, что мы не прошли, но так получилось. Ну ладно, пройду я как-то попозже, может. Так, куда же мы на этот раз поедем? Опять вернулись в Радиатор Спрингс. Так, вижу, тут новые уровни, наверное, будут. Так, новые покрасочки, понятно.
что, нету новых уровней? Странно. Ладно. Давайте к Рамончику заедем. Что-то поменяем. Так, новые покраски. Новые покраски. Давайте вот такую. Класс. Пойдет. Давайте же поедем к моделю колесо, я так понял, потому что там находится задание. Вижу, гоночка какая-то там должна быть. Так, ага, вот. Ага, нет, мы это уже прошли. Да. Вот ап. Второй мы прошли. Вот, блин, мешает. Доедем, наверное, к мотелю колесо, я так думаю. Потому что уже вижу по времени. Там сделаем небольшую остановочку. Вон и мотель. Колесо. Remember, kids, I'm a profession. It's the color of the season. Так, тут нам еще недолго ехать. Можем вот так, чтобы было побыстрее, зайти в карту и нажать на задание, которое нам надо. Так, ну давай же, нажимайся, что ты так долго. Ну давай, почти нажал. Вот, да. Point to point номер один. Ну что же, давайте же пройдем. Так, вижу, небольшая гоночка тут у нас. С шерифом, с мэтром и со всеми остальными. С Рамоном, с Фло. Да кто там еще есть? Док, наверное. Ну ладно. Да, вижу Дока. Ту-ту. Так, один круг всего лишь нам надо тут проехать. Один круг, но он большой. Все, теперь точно меня никто не догонит.
стараются догнать их, но не догонят. Фильмар хотел перегнать меня. Не получилось. Все-таки большой кружок мы сделали в этой гоночке. Так, это тут финиш должен быть. Да, финиш. Отлично, мы первые. Золотой кубок. Все, спасибо. Продолжим. Что ж, давайте, ребята, уже завершать, потому что уже серия вторая наша затянулась как-то. То, что мы не прошли там видеокарт второй и Луиджи шины собирать, мы пройдем в следующей, думаю, третьей серии. Я постараюсь пройти. Ну что ж, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Встретимся мы с вами в третьей серии прохождения игры Cars Racerama. Все, ребята, пока!